университету внеочередную встречу на уровне министров иностранных дел Астанинского процесса в Сирии, как показывают события последних недель, в том, чтобы это поскорее произошло, возвести мосты национального... Done in helping ease tension and hostility. We started together some year and a half ago, provides the... Work together to bring a solution and peace and stability in Syria. Дест массу информации и...